Здравствуй, дорогая бабушка. Я очень давно хотел написать, но все никак не успевал. У нас все хорошо. Погода тоже очень хорошая. Мама работает, папа тоже. Мы не болеем, как ты и велела. Я обязательно скоро приеду, наверное, летом. Передавай привет дедушке и нашей кошке. Я очень сильно по вам скучаю.